Всем привет. Дима, привет. Привет. Заехали на заправку, сейчас заправимся. Собрались съездить в город. Немножко погулять по набережной, походить там. По улице Климова погулять. Ну, в общем-то, погулять. На улице что-то так пасмурно. Как бы дождь нас не накрыл. Ну, оделись мы. Так вот. Ветровки с собой еще взяли, потому что мало ли. Владюша с нами не захотел ехать, так что мы втроем. Сейчас вот заправимся и поедем. Погуляем. Такое небо у нас черное. Не знаю, накроет, не накроет нас дождь. Может, повезет. Не будет дождя. Thank you.
city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your... Поближе. Колокол видно. Здесь дуб растет. Смотрите, какая красота. Дуб. Какие листики красивые у дуба. У нас возле подъезда, кстати, тоже дуб растет. Вот так здесь он не один. Здесь вот еще один. Что? А? Туалет? Здесь даже есть туалет. Красиво. Спускаемся мы к низу. То солнышко, то пасмурно. Конечно, купаться. Ну, перестань. Холодно. Ой, доска качается. Вот не лесенка еще вниз есть. Уже к воде. А что? Здесь по тропинке погуляем. По тротуарчику. Трава так прикольно повылазила, да? Какие-то деревца посадили, попривязали. Здесь вечером светят все вот эти фонари. Классно гулять. Здесь прям гуляют с детьми. Парочки молодые. Лавочки, вон урны. Здорово. Мне бы, конечно, непонятно. Тут черное. Там уже посветлее, там вообще уже солнце. Вообще непонятно. Погода, ну, ветрено. Ветрено, ветрено. Сейчас чуть-чуть погуляем, потом пойдем на Климова походим. Дим, ты куда? В общем, такая сегодня у нас прогулка. Очень красиво здесь. Пофоткались. Такое небо сегодня прям красивое. Мальчики мои. Угу. Небо вроде как, смотрите, проясняется. Ой, здесь прям такие тучи прям грозные висят.
нет на бережку камешков покидать воду. Вверх кидай, а не в сторону. Дим, что, вода-то теплая? Ты трогал? Сейчас лавочка. Много лавочек. В общем, посидим сейчас. Там смотрю, на одной лавочке женщины сидят, чаёк, наверное, пьют. Ой, сюда ходить хорошо, знаете, с мыслями собираться. Когда хочешь отвлечься от всего, отключиться. Пришел сюда, посидел, на воду посмотрел.